Ну вот, ребята, мы на Мамаевом кургане. Начнем нашу экскурсию. Опять ветер задувает в камеру. Родину мать видно маленько. Поднимаемся. Портит. Надо было в камеру-то задувает. Бокс взять. А бокс не слышно звука. У нас видон. Валентина Борисовна снимает. У них стадион. Паровоз. Идет, ребята. Да, здорово. Как оно? Красота. Все серьезно. Все.
масштабы впечатляют, конечно. Как оно? Нормалды? Фига, я тут уже спарился вообще. Ну вот по лестнице пойдем сейчас так. Ну ладно, пойдем сюда. Ребята говорят сюда. Да уж, тут серьезно все. Говорить не хочет даже. Так, идем дальше. А вон там написано, сколько? 34 тысячи? 505 человек. 34 тысячи. Ну я так и сказала. Это где, вот тут? Так, а Геныч, где, вот тут что ли прям? Ну, захоронен-то. Вот все поле. А, все поле? Все поле, это все захоронено. Что, такая братская могила? Да. Охереть. Что происходит, пацаны? What the hell? Вот тебе размер. Монтажник лазит на плече. Валя, человек там. Она снимает? Вот ты размер. Ну да. Масштабы серьезные. Он после туби нас сфотит. Наверх-то пойдем? Да. Смысла нету, когда не пропускают, что он не спишет, не могут оставаться. Ну хотя бы так. А я быстро забегу тогда. Сверху. В смысле, кто сейчас умер, это как? Ну, например, там что-то умер.
82-м году. А, понял. Это кто-то хрум. То есть... Ну, в Барселоне. Да. Нереальная. Мяча 85 метров. Церквушка стоит. Пришлось доснять смену караула. Надо бежать.
немного жутковато. Прикольно, но жутковато. Как тебе? Вот такое. Серьезное? Даже серьезное. Все это видео уже. Это видео. В смысле, какой праздник? Ну вот написано, наступила на нашу улицу праздник. А, ну да. Ребята, закончилось. Мы телевидением победили. Все. Победа. Тут и правда не очень хочется говорить, да? Ёлочки голубые вон. Довольно красиво все. Я вешал. Старая вешалка? Знаешь, еще фотоаппарат на тебя. Еще на шею фотоаппарат. И будет вешалка. И в эту давай тоже. Ну давай еще. Леша, иди побегай. Леша, иди побегай под водичкой. Мы дружно пошли все в туалет. Че, серьезно?
Надо бы аквабокс одеть. Все. Ты что, прикалываешься? О, подожди. Я сейчас тоже туда встану. Видишь, очки? Мокрые. Ты не хочешь? Давай я сниму. Давай, она работает, кстати. Так, фотоаппарат давайте на тебя оденем. Давай. Я занесу? Бейсболку снимай. Хорошо же. Мальская дочь. Детская часть. Классно же. Так, да. Это только мы так можем больше. Ну я вижу. Чудесные ребята. Вся наша банда. Съемочная группа. Давно не были на моем кургане. Давай съездим. Эй, Гузайка, мне как сюда вот... Так, на малую... Опять немного ветра. Братская могила. Да, секунду. Ваня, глаза открой. Как будто ты у меня будешь жить, если тебе возможность сфотографироваться. Ну, да. Что, он получил? Все с закрытыми глазами? Нет, прищурен. Это так, говорю. Да. Ну чё? Идет она, короче, до бесконечности она идет. Мемориальное кладбище какое-то. Серьезно. Ну вот так. Мамаев курган. Я впечатлен, если честно.